Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили семьи Звенигорода с Днем семьи, любви и верности. Семью Петровых, Любовь Антоновну и Александра Павловича, навестила первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. Супружеская пара уже 50 лет вместе. В их семье четверо детей и шестеро внуков. Также единороссы побывали в гостях у Натальи и Алексея Авериных, которые в этом году отметят 25-летие семейной жизни. Сейчас они воспитывают семерых детей. О семье пенсионеров Виктора Григорьевича и Тамары Кузьминичны-Арефьевых вручили медаль и грамоту от Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.